Доброго времени суток, друзья! И с вами Лариса. И этим видео я открываю походный сезон 2024-2025 года. А каким он будет? Давайте посмотрим вместе со мной. Были и такие мысли. Перед каждым походом надо писать завещание. Наконец-то я с вами собралась. А что здесь сразу? Пасека. Пасечник. И опять на лесной тропе. Лес шумит, скрипят деревья. Много лаврушечки, зеленый, душистый. Питер, жди меня, привезу. Вверх поднимались достаточно легко. Где-то посидели, где-то полюбовались окрестными пейзажами и горой Кемера, Гюником. Нарвала шишечку, нашла кварц и вышли на высшую точку нашего путешествия, где сделали, конечно, красивые фотографии. И отправились домой, следуя по маршруту Али. И, как говорят, обратная дорога всегда сложнее. Ой, как темно-то. Преодолеваем вот такие препятствия. Есть. И вот такие препятствия. И вот такие препятствия. Ну, от тебя ждем вот так вот. Да. Ты можешь, мы-то не можем. Ну, поскольку мы не можем такие препятствия преодолевать, мы проползли там. А Лариса вообще в легкую, думаю, может перешагнуть. Да, Лариса перешагнет, только немножко хитрит. Но мы даже и с камушком не смогли бы. Ищем меточки. По всей видимости, по этой дороге уже давно никто не спускался. И меточки Али нам находить приходилось не очень-то легко. Держу. Саня, иди, бегом, бегом. Бегу, бегу. Держи, держи. Лариса, не могу. Держи. А здесь вспомнился момент спускания с каньона в Бельдве. Когда я бросила палочки, они сломались. И мне потом Ксюша чуть ли ими по голове не надавала. Палочки бросила. Сломаешь, как я тогда. Лучше палочки сломать, знаете ли. Второй пошел. Я не хочу тебя бросать. Ну, аккуратно. Окей. Я не трус, но я боюсь. Ну, так, опасные камушки. Соскользнешь так. Здесь соскользнешь так. Костюмик уберешь. Палочки не брошу. Они хорошие. Палочки купила в Непале новые. Прям вот так, да? Прям ступенечки. Это мне с этого ракурса кажется, что это ступенчики. А там настоящая горка. Ксюша, ты жива? Да ты-то просто там это перешагнешь. Ну, конечно. Кажется, как будто... Ни о чем, но вот как бы надо туда, надо оттуда. Это мне напоминает каньон Бельдии. А я могу сказать спасибо моим ботинкам. Что, не могу? Я почти сказала. Смотри, смотри, она сейчас. Чумана. Раз, два. Раз, два. Раз, два, да.
34. Белки прыгали. Просто нарастает пырочка. Так, самое главное не наступить на эти. Хорошо иметь длинные ножки. Спасибо папе и маме за гены. Походу мы попали в русло реки. Говорят, что-то это еще не все. Рука помощи. Отличный проход. Зачет. И вот, на мой взгляд, коронная фраза этого похода. Перед каждым походом надо писать завещание. На него надо сначала заработать, Лариса. Золотые слова Тани. Да. Лариса, на квартира что-то ценится. Ну вот, пожалуй, и все. А напоследок мой пунктик. Я очень люблю слушать «Азан в горах». Кому нравится, ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь. До новых встреч!